приветствую на канале. Сегодня у нас будет ремонт двигателя, полностью мотоблока. Мотоблоку уже 2 года. Что тут у него, какие проблемы? Ну, явно, что прокладку пробило здесь вот под двигателем. Потом обслуживался без фильтра. Ну, по сути, он стоял, но это все такое, скажем, все мимо и шло. Мимо фильтра. Сейчас мы просто ради интереса вскроем двигатель и посмотрим, что там внутри происходит в самом двигателе. Вот, сейчас я отключу переходную плиту. Это очень быстро все произойдет. Переходная плита будет отключена и сам крышка картера. Для того, чтобы подкрутить, тут есть шестигранники, вот здесь вот 8 штук их. Сейчас я почищу ножичком. Вот так вот. Все. Скрутила переходную плиту, сейчас ее снимаю. Снял я ее. Так, почему-то у меня тут маслица сейчас потечет. Так, теперь открываю крышку картера. Отключу. Ну вот смотрим, какой внутри он грязный весь. Так, что вот это вот? Ну это вот все такое вот пыль мелкая, грязь внизу лежала. Так, теперь смотрим, что у нас снимем. Так, снимаю сейчас через придвал. Так, вот сняла, распредувала. Ну, конечно, грязно внутри, но встречал погрязнее моторы. Поэтому сейчас, ну тут в любом случае уже 2 года прошло. Масло все это. Сейчас потом еще сниму головку и посмотрю состояние головки. Что с головкой происходило? Потому что человек говорит, что он какой-то звук непонятный у него. С выхлопной идет. Все, потом буду дальше снимать. Так, вот это вот выхлоп из этого полностью. Полностью забит. Вообще ничего нету. Не знаю, как вообще мотоблок работал. Он, походу, дико жрал масло. Потом вот где тарелка. Сейчас. Вот так вот, вот она. Ух ты, какой красивый. Такого еще ни разу не видел. Одесса. Спасибо.